Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду делать дыробур. Это приспособление, чтобы бурить отверстия в земле. Делать я его буду вот из этого алмазного круга и трубы. Бурить я буду вот этим приспособлением, этот миксер. Я хочу сделать насадку, чтобы можно было бурить отверстия быстро и легко. Так что начинаем. Для начала возьмем кусочек трубы. Трубу я подобрал специально, чтобы она почти плотно входила в этот алмазный круг. Сейчас я нарежу здесь резьбу, ну, 4 сантиметра, чтобы можно было зафиксировать круг в этом положении. А потом начнем мастерить. Трубу я буду зажимать вот такими накладками, которые делал в прошлом видео. Очень хорошо держит, фиксирует ее намертво. Все, резьба готова. Можно приступать к дальнейшим действиям. А если кому-то интересно, накладки на диски для зажима труб вы найдете на нашем канале. Дальше накрутим одну контрагайчику для зажима нашего диска. Потом одеваем наш круг. Все отлично. Все отлично подходит. Дальше займемся кругом. Для начала зажмем его в тисках. Давайте разметим его там, где будем прорезать. Прорезаем круг. Прорезав круг, давайте зажмем его в тиски, нагреем и попробуем согнуть. Греть я буду обыкновенной горелкой. Теперь нагреем другую сторону и также попробуем загнуть только в противоположную. Вот так вот получилось развести. Теперь давайте поставим диск и посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот что у нас вышло. Вот так она будет вращаться. И чисто теоретически должна бурить отверстие в земле. Дальше возьмем вот такой болтик. Болтик я подобрал, чтобы он заходил в трубу. Приварю его, вварю его в эту трубу. А потом срежу шляпку болта и сделаю его острым. И получится как направляющее. Так, вот я вварил болтик. А сейчас вот так вот срежу, чтобы он стал острым. Вот так у нас все получилось. Так, дальше у меня есть старый венчик. Он уже полностью износился, но у него осталась резьба, которая вкручивается в миксер. Сейчас мы ее отрежем, примерно вот в этом месте. Так, примеряем нашу резьбу. Все отлично. Дальше прикидываем примерно
длину нашей трубы, не надо ли обрезать. В данный момент меня она устраивает по длине. Так что я сейчас вставляю резьбу и фиксирую ее сваркой. Вот в этом месте. Так, все, резьба зафиксирована, приварена. Вот какая получилась у нас бурилка. Нет, может быть, там немножечко неровно я приварил, но я думаю, что сильных колебаний не должно быть. Ну, в теории должно все работать. Пойдемте пробовать. Ну что, давайте попробуем, как она будет в действии. Ну что, друзья, насадка, в принципе, довольно-таки неплохая. Сверлит отверстие довольно-таки быстро. Отверстия получаются и ровные. Для столбов, я думаю, самое то. 60-70 сантиметров просверлить в легкую. Ну, конечно, если будет попадаться кирпич какой-нибудь или толстые корни, то сами понимаете, что эта насадка не справится. Конечно, надо приноровиться. При вытаскивании надо отключать ее, чтобы земля не разлеталась, чтобы спокойно можно было вытащить землю, отряхнуть и заново продолжать бурить. Так что смотрите, делается она довольно-таки быстро и сверлит хорошо. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, пока!